Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья. Сюжет мы сняли еще в прошлом году, когда ездили к Ирине Семеновне Пужиковой. Не знаю, к счастью или к сожалению, но он пройдет без наших комментариев. У нас не было с собой микрофона. Хотя, если честно, микрофон там не требуется. Если вы ожидаете увидеть какое-то хитрое ландшафтное решение, то этот сюжет не для вас. Там нет стилистики, вернее, она есть. Это стилистика старой советской дачи. Там видно, как человек очень сильно любит свои растения. Видно, очень хорошо прослеживается, как было мимолетное увлечение хвойными. Но оно все равно было оттеснено любовью к многолетникам. Там прекрасно цветут флоксы, потрясающие астильбы. Там есть тут загадочный сорт садовой гортензии, которую можно встретить исключительно в старых садоводствах. Передается череночек от участка к участку. Я не знаю, что это за сорт. Никто не знает. Но она прекрасно зимует, вырастает до 1,5 метра, не требует никакого укрытия и, в отличие от бесконечного лета, крайне обильно цветет. Там прослеживается дух преемственности поколения. Это дача в третьем поколении. Там главенствуют плодовые, там царствуют многолетники и крайне неуютно себя чувствуют хвойные и всевозможные ныне популярные модные растения. Но там здорово и очень приятно. И мы не могли не отснять этот сад и не поделиться с вами этим потрясающим ощущением. Итак, старая советская дача.